Картина словно из голливудского триллера. Суровая детская площадка, иначе не назовешь. Куда ни ступи, попадешь либо в лужу, либо что-то запнешься. Эстетики ноль. Сплошная головная боль, жалуются жильцы дома на Пушкина 68. Все скрипит, а они утром выходят и начинают качаться вообще невыносимо. Скрип ужасный. В это время во дворе на другом конце города приятные хлопоты. Под чутким надзором местной детворы рабочие заканчивают монтаж карусели. Прежде на этом месте был пустырь, а теперь вот и клумбы, и горка для малышей, и еще много чего. Быть не только яркой и красивой, но и максимально безопасной – одно из главных требований к современной площадке. Никаких острых углов, ничего нигде не торчит, не выпирает. Довольно небольшая высота. Спокойно, родители, и наверняка счастливы дети. Сейчас узнаем. Ребят, ну как вам новая площадка? Нам очень хорошо. Нравится. Нравится. Можно играть в догонялки. Этой детской радости могло и не быть, но нынче правительство республики подарило Абакану 1 700 000 рублей специально на площадке. Программа с условием. Двору выделяются почти 250 тысяч, если жильцы со своей стороны собирают минимум еще 120. Этот комплекс и построен на общие деньги. Самостоятельно такое возвести по силу редкой управляющей компании. Очень актуальный вопрос, да, городу нужны, особенно в старых дворах, да, где старые дома, потому что в новых дворах сейчас застройщик ведет благоустройство и уже устанавливает какие-то площадки, а там, где дома старые, там необходимо менять вот эти вот площадки, то есть устаревают комплексы игровые, и вот эти вот новые комплексы, они как бы очень нужны. Выделенной правительством суммы в 1 700 000 хватило на 7 абаканских дворов. Пока неизвестно, будет ли подобная акция традиционной, но очевидно, что она уже сделала чуточку счастливее целую ораву городской детворы. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.